Просыпайся. Новый день начинается. Красота и счастье окружают тебя. Вперед! Твоя судьба тебя зовет. Раздели радость с друзьями. Тебя ждут удивительные приключения. Дыхание природы поможет тебе во всем. Жизнь преподносит тебе уроки. Уроки, которые надо выучить, чтобы преодолевать трудности. Keep your courage inside. Then sure as the sun and the stars up above, you will discover love. Книга джунглей. Бес в голове. Это не ты украл еду? Да, да. Послушайте Бакуса. Он не мог этого сделать. Ты что, заодно с Бакусом? Да что же это? Прекратите. В экстренных случаях, если кто-то крадет еду, его приговаривают к смерти. Мне кажется, об этом все знают. И сейчас мы определим, кто заслуживает это наказание. Я хочу поговорить с Маугли и Бакусом. Отвечайте мне по всей совести честных волков. Кто из вас украл еду ваших товарищей? Это не я. И не я. Тогда я попрошу вас следовать положениям закона. Освободить! Уважаемый старейшина! Так как мы не можем найти преступника, то и подозреваемым запрещается оставаться в стае. Но... Если это и преступник, то он известен. Как это? Багира, ты видела преступника? Нет, преступник — это дьявол. Дьявол? Дьявол? Да. Когда в джунглях начинает исчезать добыча, это проделки дьявола. Некоторое время назад о дьяволе ходили слухи. Это случалось у обезьян. Что случилось? Ну, как-то исчезли их любимые фрукты практически до конца и истощились все запасы. Они тоже подумали, что это сделала одна из них. Это были проделки дьявола? Да. И потом, каждым из стаи завладел дьявол, и они начали убивать друг друга. Дикая история, не правда ли? Наверное, это проделки дьявола. Это его проделки? Да. Конечно, его нельзя увидеть или почувствовать. Простите, а что он из себя представляет? Это дьявол, ужасное создание, которое может появиться в любом месте. И что мы можем сделать, чтобы его побороть? Если каждый из нас вспомнит о чести волков, то дьявол исчезнет. Ух ты, как вас здесь много! Что-то случилось? Мы как раз разговаривали об ужасном дьяволе. А где был ты, когда все были на охоте? Багира! Отдыхал в пустой норе. А что, что-то не так? Ничего. Просто будь осторожен, опасайся дьявола. Да ладно, ладно, взбодритесь. Еда вернется, когда на равнине зацветут красные цветы. Когда их станет много, как во сне, еда вернется. Правда? Конечно, олени вернутся на зеленые равнины, кабаны всякие, ну и другие животные. Ну, когда же появится то огромное количество добычи, о котором говорил Фаргас?
Если так будет продолжаться, мы все умрем, а они все не появятся. Не унывай, я уверен, это скоро произойдет. Мне интересно, правда ли это? А зачем бы старому другу отца врать? Балу, где ты был все это время? Хотел посмотреть, как обстоят дела по соседству. Западные джунгли вообще пустые. Там даже не осталось ни единого ореха. А меня что-то тревожит. Тревожит? Как же хочется есть! Это что такое? Фаргас, это... А, это ты, Маугли. Я хотел отнести это старейшине. Спасибо. Да, а то кто-нибудь украдет. Спасибо за помощь. Как же я хочу есть! Кролики, целых 5 штук. Не дайте им уйти. Помогите! Это дикобразы. Интересно, они когда-нибудь вернутся? Но Фаргас же сказал, что вернутся. Ошибки не может быть. Надеюсь. Изменить мы ничего не можем. Можем только надеяться. Я так и думала, что это ты. Багира, отпусти меня. Ты же видишь, я старый волк. Я совсем не могу охотиться. Мне нравится стая Келы. И раздоры нам здесь ни к чему. Кто там? Помогите. Скорее. Прогоните этого черного дьявола, пожалуйста. Помоги мне, Акела, помоги. Багира, Фаргас, Акела. Старейшина, помоги мне. Помоги! Правда в том, что... Помогите быстрее! Он хочет украсть всю еду! О, нет! Маугли, ты пришел вовремя. Я хотел остановить ее, но вдруг... Пожалуйста, помогите! Помогите! Это вор! Багира, это правда? Багира! Маугли, Маугли, спаси меня! Это все она, Багира! Она воровала еду! Багира? Да, она, правда! Вы же доверяете волку! Я один из вас! Подожди! Багира бы этого не сделала! Не подходите. Я не хочу на всех вас испытывать свои когти. Хорошо. Но сделай так, чтобы мы тебя больше не видели. Хорошо. Фаргас, Маугли тебе доверяет. Не обманывай его. Багира! Фаргас, спасибо, что спас нашу еду. Молодец, Фаргас. Давайте есть. Давайте поделим еду.
кормящей матери, подходите первыми. Маугли, я уверен, что это ошибка. Да, но... Маугли, поторопись, а то твоя доля убежит. Маугли! Давайте его догоним. Не надо. Итак, я старый друг Александра. Все в порядке. Я продолжу путешествовать. Балу! Как ты? Посмотри, как красиво. Все так изменилось. Здесь живут только хорошие звери. Порядочные. И ты уйдешь, ничего им не сказав? Я? Не, ну я все понимаю. Но ты уйдешь, и Маугли не у кого будет научиться мудрости. Он совсем еще ребенок, когда-нибудь повзрослеет, и ты станешь его учить. Нет уж, спасибо. Ты хочешь, чтобы я учил Маугли подозревать своих товарищей? Пойдем посмотрим, как Маугли будет бороться с дьяволом. И ты сможешь смотреть на то, как он сильно напуган? Да я сам в себе-то не уверен. Сейчас ты поможешь мне спуститься, а потом подняться на такое же высокое место. Как же я ненавижу вас, черных пантер. Кошмар какой-то. Вот так. Не надо про нас плохо говорить. Багира не может быть преступником. Может, это Фаргас? Но он же друг моего отца. А тогда кто? Или это дьявол, о котором говорила Багира? Или что-то похожее? Я не знаю. Ого, какое злое лицо! Это дьявол! Маугли стал дьяволом? Я знаю настоящий характер дьявола, Багира! Никого? Все ушли на охоту. Маугли, кто-то идет. Фаргас! Ой, нет! Нет. Не уходи, не ходи туда. Маугли! Фаргас! О, нет. Фаргас, зачем? Как ты мог? Я плохой волк. Я путешествую, потому что меня выгнали из семьи. Даже я работал, когда был молодой. Я был во главе, преследовал добычу для стаи и для детей. Но когда становишься стариком, не можешь перемещаться. Я старик, который даже охотиться не может. Я знаю, это очень плохо красть еду. Но что мне остается? Я знаю, что мне не положено ни кусочка, так как я не работаю. Но очень хочется есть. Я же умру с голоду.
если не украду. А что насчет разговора с моим папой? Я все придумал. Меня спасли только один раз. Маугли, Фаргас! Маугли, это все-таки ты! Ерунда, Маугли, это же не ты! Дьявол! Акелла! Простите, все! Маугли, ты врешь! Маугли! Я все время крал вашу еду. Это делал я. Маугли, зачем? Багира, Балу? Маугли, ты правду говоришь нам? Да. Акелла, Фаргас, пожалуйста, помолчи. В стае какая-то проблема. Ты же знаешь закон. Ты знаешь закон, Маугли. Дедушка, но смерть — это не решение. Мое решение более жестокое, чем смерть. Ты действительно сделал это. Маугли, с сегодняшнего дня ты не член нашей семьи, и ты не волк. Лучше тебе уйти из наших джунглей и провести остаток жизни, как трусливый неудачник. Уходи! Оставь это Акеле. Хорошо, что ты осталась. Акела, я уверен, что здесь какая-то ошибка. Решение вынесено. Возвращайтесь в свои норы. Дедушка! Я думаю, что дьявол теперь исчезнет. Где еда? Где еда? Ничего не поделаешь, Маугли. Опять... Опять все повторяется. Быстрее! Остановите дьявола! Дьявол! Остановите его! Остановите! Где еда? Остановите! Фаргас! Маугли, ударь меня, как раньше! Дьявол! Ударь меня! Маугли! Как тебя ударить, Фаргас? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Багир, это нечестно! Багира! Кажется, все, Акела. Внимание! Я только что видел, как дьявол вселился в Фаргаса, но благодаря Маугли и Багире он ушел. Он покинул нас. Теперь можно расслабиться. Фаргас! Спасибо, Маугли. Меня опять спас Александр. Смотрите, красные цветы! Фаргас, цветы! Скоро вернется еда! Фаргас! Смотри, Фаргас! Он ушел, Маугли. Может, ты его еще когда-нибудь встретишь, потому что ты хороший друг. Мой друг. Теперь животные вернутся. Маугли, это правда. Правда. Старый болтун. Увидимся. Спасибо, Багира. Не за что. Хороший друг Маугли и мой хороший друг.
Бакос! Маугли! Как я и думала. Нет, не я. Вперед, вперед!